Здравствуйте, уважаемые цветоводолюбители! Сейчас я хочу вам рассказать о нескольких сортах, которые на середину августа выглядят следующим образом. Итак, это сказание Константиновой. Бесподобное, крупное соцветие, белое с легкой голубизной. Куст прямо стоящий, мощный, все ветки изумительно стоят. И цветовая гамма, и плотность куста делает его очень достойным флоксом. А здесь вот перед вами вы видите, это уже остаточные цветы, это Черное море. Характерна его черта, листья складываются лодочкой наоборот. Соцветия были большие, это остаточные цветки. Рядышком велигош Кругловых. На мой взгляд, он очень сильно напоминает махаон Жени Куликовой. Но соцветия неплохие, достаточно яркие и в общем, создают очень такой приятный, веселый орнамент. А рядом, правда, куст уже был достаточно много поделен, много раз, это гордость России. Сам цветок звездчатый, необыкновенный, соцветие большое, крупное, мощное. К вечеру, а сейчас дело уже к вечеру, он, конечно, голубеет. Итак, за ними остатки цветов, так как середина августа, это аккурат. Яркий, веселый флокс Морозовой, Галины Морозовой.